Здравствуйте, эфир продолжает программа «События». В студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Возложение цветов к памятнику Дмитрия Козлова и посещение музея «Самара Космическая». Как в столице региона отмечают День космонавтики. Красота и лоск к предстоящему летнему сезону. В Самаре продолжают наводить порядок в рамках месячника по благоустройству. Призеры сразу нескольких турниров. Юные самарские волейболистки стали победительницами первенства России. Сегодня в России отмечают День космонавтики. Полет Юрия Гагарина в космос стал величайшим событием 20-го столетия. Благодаря труду тысячи соотечественников произошел научно-технический прогресс, который изменил ход истории. Отметили свой профессиональный праздник и сотрудники РКЦ «Прогресс». Как прошел День космонавтики на одном из ведущих предприятий ракетно-космической отрасли, расскажет Максим Магомедов. В Самаре отметили 61-ю годовщину первого полета человека в космос. Губернатор области Дмитрий Азаров поздравил ветеранов космической отрасли и сотрудников РКЦ «Прогресс» с их профессиональным праздником. По традиции, чтобы отдать дань памяти советскому конструктору ракетно-космической техники, герою социалистического труда Дмитрию Ильичу Козлову, к его мемориальной доске возложили цветы. Дмитрий Ильич Козлов, безусловно, один из тех выдающихся людей, благодаря которым человечество открыло космос, благодаря которому наша великая Родина стала космической сверхдержавой. После церемонии возложения цветов в конференц-зале РКЦ «Прогресс» состоялось расширенное заседание научно-технического совета, посвященное Дню космонавтики. Во время приветственной речи Дмитрий Азаров пожелал ветеранам РКЦ «Прогресс» крепкого здоровья, а также поблагодарил трудовой коллектив предприятия за активное участие в сборе гуманитарной помощи для детей Донбасса. Я очень рад тому, что РКЦ «Прогресс» сохраняет лидерские позиции, является флагманом корпорации «Роскосмос». Сегодня благодаря предприятию, как и в предыдущие годы, обеспечивается космический щит нашей великой России. У нас здесь получила жизнь легендарная «семерка», которая до сих пор считается непревзойденной ракетой. Именно благодаря славному трудовому коллективу Юрий Алексеевич Гагарин открыл космическую эру. Глава города Елена Лапушкина, которая также побывала на РКЦ «Прогресс», отметила, что 12 апреля – знаковый день для Самары. Память о полете Юрия Гагарина в космос сохраняется в названиях улиц, парков и скверов. Космическому музею исполнилось 15 лет со дня открытия. Елена Лапушкина поблагодарила всех работников космической отрасли и пожелала им дальнейшего развития. Я рада искренней возможности сегодня поздравить вас лично с праздником. Вас, людей, которые прославляют наш город, прославляют в России и за рубежом как центр ракетно-космической отрасли. Я в этот день хочу пожелать предприятию, конечно, успешной реализации всех намеченных проектов. Хочу пожелать всем вам мира, добра, благополучия ваших семьях. Генеральный конструктор РКЦ «Прогресс» Равиль Ахметов в ходе своего доклада обозначил ближайшие перспективы завода и пожелал сотрудникам успешной реализации всех намеченных планов, а также отметил важность подготовки новых профессиональных кадров. Хочу поблагодарить самарские вузы за ту вот большую работу, которую они делают по воспитанию молодежи, и самарский техникум, которая космического машиностроения, которая после имени Козлова. Лучшие сотрудники РКЦ «Прогресс» получили заслуженные награды от губернатора области, главы города и губернской думы. Максим Магомедов, Николай Епифанов. События. В День космонавтики музей «Самара Космическая» празднует 15-летие со дня создания. Работников выставочного центра поздравила глава Самары Елена Лапушкина. А внучка художника-граффитиста Виктора Панидова подарила музею одну из его работ. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. В День космонавтики сотрудников музея «Самара Космическая», которому исполнилось 15 лет, поздравила глава города Елена Лапушкина. Она вручила им цветы и благодарственные письма. Во время чемпионата мира по футболу в 2018 году музей стал центром притяжения для туристов. Сейчас там проводятся уникальные экскурсии, квесты, есть VR-очки, с помощью которых можно оказаться на космодроме, почувствовать, каково это перемещаться в скафандре. Уникальный, удивительный музей, которого нет ни в одном другом городе.
гордость Российской Федерации. Музей, который сосредоточил в своих стенах всю историю нашего космоса, всех шагов космоса. Музей, который собрал под своей крышей замечательных творческих людей, которые действительно увлечены, которые постоянно развиваются, которые полны идей. И, конечно, этот музей и бренд города Самары, и бренд Самарской губернии. И мы, конечно, им очень гордимся. В стенах музея можно увидеть выставку работ самарского художника Виктора Панидова. Он был граффитистом и создавал афорты, посвященные космической тематике. Это многосмысловые картины, в которых каждый видит что-то свое. Одну из работ Панидова, выполненную в цвете, что гораздо сложнее, подарок музею преподнесла внучка художника Полина Сливкова. Это одна из серий афортов на тему «Космос». Вот. Больше всего она понравилась как раз и Елене Михайловне, как директору, и нам самим кажется, что это одна из наиболее сильных работ данной серии, поэтому выбор остановился именно на ней. К поздравлению присоединился и председатель Думы городского округа Самара Алексей Дегтев. Он подчеркнул, что музей стал визитной карточкой региона и успешно выполняет поставленную перед ним задачу. Сейчас идет разработка проекта самарского планетария, цель создания которого – привить интерес к космосу. Виктория Шаре, Григорий Плешаков. События. На необычную экскурсию попали старшеклассники Самарского регионального центра для одаренных детей. Инженеры завода УДК «Кузнецов» рассказали, как конструируются, создаются и собираются моторы для космических ракет. После увиденного вундеркинды решили связать свою жизнь с космосом. Обо всем подробнее Сергей Кизоркин. В Самарском региональном центре для одаренных детей сегодня праздник. Старшеклассники впервые отправились на экскурсию на завод, где делают моторы для космических кораблей. Традиционная ежегодная акция «Неделя без турникета» проходила на заводе «Кузнецов» 12 апреля. До пандемии подростков водили по цехам. Сейчас экскурсия дистанционная, после которой молодежь нередко мечтает связать свою жизнь с космической отраслью. На ОДК «Кузнецов» работает много молодых специалистов. Об уникальности своей профессии они с интересом рассказывают школьникам. Они могут очень легко и просто рассказать про свою работу, потому что они уже специалисты, они в этом живут каждый день. Без использования сложных формул, сложных терминов, они действительно передают свою эмоцию детям, пусть и по видео, но они рассказывают, и это очень увлекательно и интересно. На виртуальной экскурсии школьникам рассказали, какой огромный вклад завод внес в развитие космической отрасли в нашей стране. Что Самара – это космическая столица. Ведь в нашем городе не только создавали ракетные двигатели, но и сам космический корабль «Восток». На нем в далеком 1961 году 12 апреля Юрий Алексеевич Гагарин, первый из землян, отправился покорять космос. Тогда многие мальчишки мечтали о космосе. С тех пор ничего не изменилось. Одни покоряют внеземное пространство, другие помогают им в этом героическом деле, строит ракеты. Когда ты видишь на выходе твою работу, то есть ты написал технологический процесс, и после того, как ее изготовили в цеху, ты на нее смотришь и действительно радуешься своему делу. Школьникам показали не только макеты двигателей, но и раскрыли тайну сборки настоящих моторов. Инженеры-конструкторы и технологи, слесари-сборщики рассказали, как создаются отдельные узлы и детали. Старшеклассники восторгались увиденным. Этот опыт был очень интересным, потому что до этого наш класс не принимал участия в мероприятиях подобного рода. Мы смогли увидеть своими глазами целый завод, куда попасть на обычную экскурсию у нас бы не было возможности, поэтому этот опыт для меня и для моих одноклассников стал очень интересным. Хорошая, на самом деле, идея сходить на очную экскурсию в ОДК. У меня есть желание. После столь необычной экскурсии некоторые старшеклассники Самарского регионального центра для одаренных детей решили поступать в аэрокосмический университет, связать свою жизнь с космонавтикой и, если повезет, придумывать новые ракетные двигатели. Сергей Кизоркин. События. Звезды стали ближе для всех жителей Самары. Библиотеки города подготовили для читателей праздничные программы ко Дню космонавтики, а юных жителей погрузили в виртуальную реальность. Тему продолжит Виктория Шаре. Если очень захотеть, можно в космос полететь, причем не покидая пределов Самары. Библиотеки города и взрослые, и детские ко Дню космонавтики подготовили для читателей тематические программы. В библиотеке народов Поволжья на улице Ленинградской школьники погрузились в дополненную реальность. Им показали фильм о путешествии на Луну. Они пролетали мимо других планет и гуляли по поверхности спутника Земли в скафандрах.
После обновления учреждения получила несколько комплектов очков виртуальной реальности. Теперь здесь проходят тематические уроки. Это не одно мероприятие, которое проходит в библиотеках. Конечно же, главный источник знаний – это книги. И в библиотеках у нас представлены выставки, рассказывающие как научно-познавательную, представляющие как научно-познавательную литературу, так, конечно же, и фантастическую. Ребята очень любят мечтать, летать, фантазировать, и это им позволяет делать и книги, VR-очки, путешествия, конечно же, лектории, которые проводят наши коллеги. В библиотеке имени Крупской к 12 апреля появились стенды. На них информация о космонавте СССР Юрии Гагарине, который стал первым человеком в мировой истории, полетевшим в космос. Работники библиотек рассказывают, современные школьники также мечтают о покорении Вселенной. Ну, конечно, не столько, сколько это было во времена Юрия Алексеевича Гагарина в 60-х годах. Но сейчас у нас появляются новые оборудования, 3D-принтер, например. Вот с его помощью мы тоже с ребятами делаем космические ракеты. Прививаем любовь и к космосу, и к истории нашей страны. Приглашаем всех, кто еще не знаком с деятельностью модельных библиотек, приходить к нам почаще, заходить к нам в группу ВКонтакте, на сайт и знакомиться с нашими мероприятиями. В городе работают 6 обновленных библиотек. 4 из них отремонтировали по нацпроекту «Культура». 2 учреждения – Центральная городская детская библиотека и Библиотека народов Поволжья – рассчитаны на юных читателей. Там можно не только выбрать понравившуюся книгу, но и принять участие в мастер-классах, квестах, попробовать себя в новых направлениях творчества, к примеру, поработать с лобзиком или соткать полотно. Виктория Шарая, Григорий Плешаков. События. Завершилась программа праздничного дня большим концертом во Дворце спорта. Сотрудники и ветераны промышленных предприятий, студенты и волонтеры собрались, чтобы отметить День космонавтики. Для них подготовили праздничную программу. Выступления барабанщиков, артистов шоу-балета, музыкантов и театральных коллективов на космическую тематику. С приветственным словом к гостям обратились космонавты, а также почетные граждане области и города. Губернатор Дмитрий Азаров на сцене вручил награды почетным работникам авиационно-космической отрасли и поздравил всех собравшихся с праздником. Я рад, что сегодня имею возможность в этом новом дворце приветствовать вас здесь, приветствовать в вашем лице легендарные трудовые коллективы Самарской области, которые вносят на протяжении десятилетий свой вклад в освоение космоса, укрепляя позиции нашей страны как ведущей космической державы. За сутки в Самарской области зафиксировали еще 220 случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших в регионе 378 664. Такие данные во вторник, 12 апреля, опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 212 человек. Всего с начала пандемии из больниц выписали 367 625 пациентов. Профильные предприятия Самары продолжают наводить порядок в городе в рамках месячника по благоустройству. Напомню, в областном центре он стартовал 1 апреля. Актуальные сезонные работы обсудили сегодня на еженедельном совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии. Пришла полноценная теплая весна, и часть городских дорог полностью просохла. Сейчас их очищают от оставшегося мусора и пыли, которые скапливаются у бордюров. Для этого используют специальные вакуумные подметательно-уборочные машины. С их помощью улицы убирают практически круглосуточно. Днем на уборку города направляют до 3 единиц техники, ночью до 5. Работа вакуум-подметальных машин проходит щеткой с пылесосом вдоль проводковой части дороги. Грязь всасывается в вакуум-подметальную машину и удаляется с проезжей части. После чего, после очистки вакуум-подметальной машины, дорогам можно будет приступать к мойке. Кроме того, на совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии рассказали об отключении отопления в Самаре. Процедуру произведут в конце апреля, отметили специалисты. В Самаре возобновили перевозки по полному маршруту троллейбуса номер 6. Последние 2 года из-за строительных работ на развязке Самарского моста состав двигался только до Хлебной площади, не заезжая в Куйбышевский район. Сейчас же троллейбус возобновил движение до улицы Грозненская. Подробности в репортаже Марии Левиной. Этого события жители Куйбышевского района ждали почти 2 года. На линию вернулся 6-й троллейбус. То есть с сегодняшнего дня он следует по полной трассе маршрута от губернского рынка до остановки улицы Грозненская. Очень долго ждали, очень важен для всех людей. И для пожилого, и для молодого, и для учащихся, для всех людей. Очень важен. Чтобы попасть в старый город, часть города,
через «Аврор» на 66-м. Здесь преимущество для всех. Для студентов, для школьников, для пенсионеров. Это вот как раз те льготы. Выгодно очень ездить, чем платить по 35 рублей. И быстрее намного. 2 года троллейбусы следовали от остановки «Губернский рынок» по укороченному маршруту до остановки «Хлебозавод номер 3». Сокращение маршрута было связано со вторым этапом строительства мостового перехода «Самарский» от улицы Шоссейной до границы городского округа Самара. Данные работы ведутся по заказу Министерства транспорта и автомобильных дорог региона. На это время пустили дополнительные автобусы, также для жителей работал коммерческий транспорт. По полному циклу троллейбуса у нас ходил автобус, но количество транспорта было не очень велико. Он ходил по расписанию, но, конечно, жители привыкли к тому, чтобы такой транспорт ходил чаще. Сказать, что жители ждали этого, ничего не сказать. На самом деле это была острейшая проблема, потому что вопрос транспортного обеспечения вообще один из важнейших для Куйбышевского района. И, конечно, троллейбус берет на себя огромную нагрузку с точки зрения перевозки пассажиров. Благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» троллейбусы пошли по инновационной контактной сети. Фактически ее заново переустроили. 11 километров в оба направления проведены, и долгожданный пуск экологичного транспорта состоялся. Новые технологии для транспортного строительства недавно стали применять в регионах Российской Федерации, а впервые их использовали на троллейбусной контактной сети в Самаре. Сети оборудованы современными защитными технологиями. Это ноу-хау, разработанное на самарской земле. Уже взяли на вооружение в Москве и Санкт-Петербурге. Один из соавторов инженерных разработок – наш земляк Виктор Стройков. Я работаю с 92 года по контактной сети. Это первая такая большая линия смонтированного троллейбуса. Впервые в Самаре были установлены консольные изоляторы на кронштейнах, которые обеспечивают высокую изоляционную стойкость и надежность в эксплуатации, долговечность. Эти конструкции будут стоять более 50 лет. Крепление продольно несущего троса к направляющим кронштейнам выполнены из полимерных изоляционных материалов. Они не разрушаются от воздействия ультрафиолетовых лучей и обладают гидрофобными свойствами. Вода не проникает. Это также увеличивает срок службы узлов и механизмов до полувека. Кроме того, что новые устройства практичнее и дешевле иностранных аналогов, еще они радуют горожан своей эстетической привлекательностью, как будто парят в воздухе. С сегодняшнего утра перевозки троллейбусами номер 6 организуются до конечной остановки улицы Грозненская и обратно. Еще на прошлой неделе соответствующая инфраструктура протестирована, включая контактную сеть троллейбусов. Тестовые заезды прошли успешно. Мы с этим маршрутом давным-давно знакомы, он для нас был накатанный. И до закрытия этого движения ежедневно на нем перевозили до 10 тысяч человек. Поэтому для нас, конечно, это тоже событие, потому что мы надеемся, что с открытием, повторным открытием этого маршрута у нас увеличится пассажиропоток. В часы пик выпуск транспорта по троллейбусному маршруту номер 6 составит 10 единиц, а интервал движения – 12 минут. В межпиковое время будут курсировать 8 троллейбусов с интервалом в 15 минут. При росте пассажиропотока в летнее время будет рассматриваться возможность увеличения количества троллейбусов, выходящих на линию. Мария Левина, Сергей Баскин. События. Далее коротко о других событиях этого дня. В Самаре осудили мужчину за вымогательство у несовершеннолетнего. В мае прошлого года он потребовал у молодого человека 50 тысяч рублей. Инцидент произошел на детской площадке во дворе жилого дома по улице Старозагора. Потерпевший ответил отказом, после чего осужденный ударил его и поставил условие, в котором часть денежных средств в размере 20 тысяч рублей нужно было передать немедленно, а остальную часть суммы в течение нескольких дней. Молодой человек воспринял угрозы как реальные и в тот же вечер передал вымогателю через общего знакомого первую часть суммы. Деньги он взял у матери, пояснив, что брал в долг и не смог отдать. Собранных доказательств хватило для признания мужчины виновным. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. В дни религиозных праздников в Самаре перекроют улицы, ведущие городским кладбищем. Об этом сообщили в городской администрации. Так, с 7 утра и до 16 часов, на Пасху 24 апреля, на Радоницу 3 мая, на Троицкую родительскую субботу 11 июня, а также 1 мая и в День Победы, ограничат движение транспорта по следующим участкам улично-дорожной сети. По Авроре от Аэродромной до Партизанской, по Аэродромной от
Тушинской до Энтузиастов, по Ставропольской от Пугачевской до Алма-Атинской, по Новосельской от Уральского шоссе до Нижнего въезда. Ограничительные меры не затронут городской пассажирский транспорт, спецмашины полиции, скорой помощи, пожарной охраны, а также машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по Самаре. В Самаре пройдет легкоатлетический забег, посвященный Дню космонавтики. Он состоится 17 апреля. Старт и финиш на второй очереди набережной Волги у бассейна ЦСКА ОВС. Начало забега в 8 утра. В нем смогут принять участие как взрослые, так и дети. Выдача стартовых пакетов участников, прошедшим регистрацию, будет производиться 15 и 16 апреля на Дыбенко 30. Участники на дистанциях 21 километр и 10 километров, занявшие первое, второе, третье места в абсолютном зачете среди мужчин и женщин, получат дипломы, медали и призы. Всем участникам, завершившим дистанцию, кроме Самарской мили, вручат памятную медаль финишера. Юные самарские волейболистки стали призерами сразу нескольких турниров. Три девушки помогли сборной Нижегородской области стать победителями первенства России. А затем вся самарская команда завоевала серебро на первенстве Приволжского федерального округа. Дома спортсменок родители встречали по-чемпионски с поздравлениями и цветами. Подробнее в репортаже нашей съемочной группы. Из автобуса сразу в объятия родителей. Эти юные спортсменки не были дома пару недель. А три волейболистки, Яна Белоглазова, Полина Косачева и Мария Дорошенко, и того больше, целый месяц, который стал продуктивным. Сначала их вызвали для усиления в нижегородскую сборную, для участия в первенстве России. Там спортсменки были на ведущих ролях и помогли команде завоевать золотые медали. Соперники гораздо сложнее, чем по 6-му году. Сильнее девочки. Ну, все хотят быть чемпионами России, поэтому... Было тяжело. Да. Поэтому все боролись родители до самого конца. Много, все кричат, и у всех эмоций вдвойне больше. А затем, уже в качестве чемпионок, девушки присоединились к своей команде, чтобы защищать честь региона на первенстве Приволжского федерального округа. Причем выступала самарская сборная против соперниц, которые были старше на один год. Однако смогли проявить характер и завоевали серебряные медали. Признаются, мастерством не уступали, а вот соревновательного опыта немного не хватило. Ну, это не так сложно, на самом деле, как кажется. Мы могли выиграть, просто... Чуть-чуть не хватило. Не хватило, так сказать... Эмоций. Да, эмоций. Больше думать, да, двигаться на площадке. То есть опыта у них просто больше чуть-чуть. Это были заключительные большие соревнования в этом сезоне. Несмотря на некоторые сложности, которые возникли из-за пандемии, тренеры отмечают, что сезон оставил приятное впечатление. А самое главное, позволяет смотреть на будущее команды с оптимизмом. Есть стимул работать дальше и показывать свою работу, своих детей, чтобы их заметили. Есть у нас кандидаты, кого могут пригласить сейчас в сборную России. Вот. Так что я так, в принципе, рада, как тренер. Совсем скоро девушки начнут подготовку к новым свершениям, а пока нужно рассказать о турнирах своим друзьям и родным, отдохнуть, а также набраться сил и эмоций. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События. Эксклюзивный проект телеканала «Самаргиз». Обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они пишут на своих информационных площадках. Глава Самары Елена Лапушкина в своем телеграм-канале поздравила жителей города с Днем космонавтики, отметив, что для столицы региона этот день особенно дорог. Жители Самары внесли огромный вклад в подготовку первого полета человека в космос, в дальнейшее научное и техническое развитие отрасли. Глава города пожелала покорения новых рубежей и самых современных научных разработок, которые открывали бы для Самары новые возможности. В честь Дня космонавтики в образовательных учреждениях Самары прошли открытые уроки, классные часы, выставки рисунков, конкурсы, в которых школьники приняли активное участие, сообщают в телеграм-канале городского департамента образования. В ходе познавательных, интерактивных и творческих мероприятий ребята узнали много интересного о космических объектах, первооткрывателях космоса, а также достижениях страны в области космического приборостроения. Департамент градостроительства в своем телеграм-канале напоминает и информирует жителей о том, что в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» с 15 апреля по 30 мая этого года состоится всероссийское голосование по отбору общественных территорий для благоустройства в 2023 году. Оно пройдет одновременно по всей стране в онлайн-режиме. Для информирования населения к участию в проекте привлекаются волонтеры. Регистрация по-прежнему доступна на платформе добро.ру. В Кировском внутригородском районе провели семинар по теме «Управление многоквартирными домами, полномочия собственников МКД, порядок взаимодействия собственников с управляющими компаниями». Подробный фотоотчет опубликован в телеграм-канале Кировского района. Директор квалификационного центра ЖКХ и энергетики Виктор Часовских рассказал о системе жилищно-коммунального хозяйства, требованиях к качеству коммунальных услуг, капитальном ремонте и тарифах.
За новостями в телеграм-канале «Самара ГИС» ежедневно следят более 2000 пользователей. Подписывайтесь на нас, чтобы в числе первых узнавать о главных событиях в Самаре и регионе. А на этом наш выпуск завершен. Продолжайте читать наши новости также и на официальном сайте «Самара ГИС», на страничках в «Одноклассниках» и во «ВКонтакте». А выпуски новостей смотрите на платформе «Рутюб». Всего доброго, до встречи!